Знаете, мы считаем, что сейчас не самые лучшие времена, мы внимательно следим за федеральной повесткой. Президент Российской Федерации буквально несколько дней назад проводил совещание по вопросам макроэкономического развития. Была высказана позиция обратить внимание на стоимость и доходы федерального бюджета, на стоимость энергоресурсов. Поэтому мы тоже предполагаем, что сегодня у нас ограничен поток туристов, ну, в силу того, что у нас территории зарубежные имеют определенный режим из-за этого заболевания. Также мы понимаем, что сегодня нет такого активного перемещения не только из страны, но и внутри страны. Поэтому мы понимаем, что эти помещения, как правило, арендуют средним и малым бизнесом, что, собственно, было заявлено. Поэтому средний и малый бизнес, он очень сильно зависим от вот таких макроэкономических условий, особенно туристическое направление, туристический сегмент. И поэтому сейчас любое повышение расходных обязательств, любое повышение дополнительной нагрузки на малый бизнес, оно контрпродуктивно. Поэтому мы считаем, что вот в 2020 году, сделав мораторий на повышение арендной платы, стоимости нашего имущества, мы дадим возможность бизнесу более уверенно развиваться, более уверенно стоять на ногах, потому что это деньги все-таки, наверное, для бюджета значительные, но не критичные. Поэтому нам гораздо дороже рабочие места и занятость наших граждан.